Конечно, мы изначально мы уже у нас был лист подписчиков, тех, кто будет вращать. Мы со всеми уже связались, обменялись контактами. Многих уже встретили. Очень рано, конечно, как вы говорите, но думаем, еще к вечеру будет и завтра посмотрим, как будет. На данный момент очень успешно, так что нашему питомнику Corollus большой потенциал, конечно, российский рынок, и очень много потенциальных клиентов встретили. Познакомиться с клиентами, узнать, чтобы они нас узнали, мы их узнали, пригласили к нам в гости, чтобы посмотрели, чем мы занимаемся. Главное – это контакт иметь, познакомиться с клиентами, чтобы знали, кто мы, кто они. И в дальнейшем постараемся поработать. Конечно, уже, я думаю, с 10 фирмами из России, некоторые из Казахстана, с Азербайджана тоже познакомились. Некоторых уже знали, пару новых клиентов тоже нашли. Так что выставка очень хорошо продается. Так что, если будет следующий год, мы обязательно еще вернемся. Так что очень плотно.